Так, и хочу сказать, что поздравление новых уровней и достижений будет у нас в среду, 30 августа в 19:00, где мы поздравим наших новых менеджеров, наши новые достижения, наши новые суперрезультаты. И приходите, посмотрите на самом деле, как работает эта система и какие новые уровни здесь появляются. Почему репит, не могу понять, всегда вела так. Напишите в чате, еще кому-то репит. Он у меня всегда делает то, что на таком. Вот так лучше. Так лучше, вот так лучше, лучше. Алло, алло, алло. Хорошо, но я никогда не трогала там ничего. Оно всегда у меня стандартно было. Тихо, теперь тихо. Так, хорошо. Алло, алло. Алло, нормально, нет? Вот так, хорошо. Алло, 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 алло. Вот, хорошо, определились. Да, сегодня у нас немножечко. Но это всегда хорошо. Это всегда хорошо, потому что если какие-то технические неполадки, то какие-то трудности у нас бывают, да, то это все в любом случае всегда к новым достижениям, к новым результатам, к новым успехам в нашей команде. И это большая, огромная команда здесь лидеров собралась, да, и в любом случае нужно такие создаются магнитные бури, и поэтому так получается. Ну все, наладили, тогда идем дальше, продолжаем. То есть приглашаю всех в среду на поздравительную презентацию каталога номер 11. Также хочу в очередной раз сделать акцент на наш мессенджер Telegram. Напишите в чате, у кого нету Телеграма. У кого нету Телеграма, очень удобно Телеграм, потому что Телеграм у нас на телефоне, на компьютере, и очень удобно в Телеграме хранится вся информация, которая нужна нам для работы. Очень удобно найти эту информацию, очень удобно через поиск в чатах, чаты по разным темам, по обучению, по продукции, по каким-то перепискам, чаты прокачки и так дальше, посты, то есть по wellness, то есть все есть, очень удобно. И точно, то есть можно найти информацию ту, которая нам нужна, да, так как есть, можно ее искать и в YouTube, и на сайте, и в Viber, но это сложнее, то очень удобно искать информацию именно в Телеграме. И очень классно, что информация у нас в чатах Telegram у нас помещается партнеров до 5000 людей, так как в Вайбере у нас всего лишь 200-250, в других чатах по 50, да, то в Телеграме мы можем целой командой встречаться, общаться, меняться опытом и фишками. Вот в чате по продукции у нас уже больше, чем 800 участников, да, и естественно, если вы один в поле не воин, да, то если 800 участников, естественно, уже по продукции можно какие-то фишечки узнать, да, потому что там делятся очень много участников именно своими фишками, методами и так дальше. Если, смотрите, ну, все эти мессенджеры, да, они немножечко отвлекают вот эти звуковые сигналы. Если вы мамочка в декрете или вы на работе, да, то можно просто отключить звук, но всю информацию наблюдать. Можно в настройках просто отключить звук, если вы Telegram у вас на компьютере, тогда вы можете его сразу запускать при старте системы, и тогда вы в курсе всех событий. Если вы просто загрузили Telegram, но не запускаете его при старте системы, тогда у вас никакие, ну то есть вы можете забыть и не зайти в Telegram, посмотреть информацию. А так всегда внизу на панельке есть сколько сообщений непрочитанных, вечерком зашли, прочитали, то есть удобно все, получили информацию достаточно.
Так, идем дальше. И обязательно важно посещать вот такие вот обучения. Я смотрю, у нас есть партнеры, которые обучаются постоянно. Это очень классно, потому что именно такие партнеры могут достигать больше успеха, потому что тот партнер, который знает больше, естественно, уже эту информацию передает своему окружению, своим партнерам и уже пользуется этой информацией, применяет ее на практике. Тот человек, который не обучается, который думает, что я все знаю, естественно, он мало чего, бывает, что-то не знает, потом неправильно поступает в той или нужной ситуации какой-то, да, и получается, что не приходит к тому результату, который запланирован. Поэтому я рекомендую всем приходить на обучение. Обучение ведет всегда команда уже опытных и успешных менеджеров, лидеров, которые уже здесь преуспели, которые уже получают результат, которые знают толк уже в какой-то там и там сфере по рекрутированию или по заказам или по wellness и так дальше. То есть поэтому вы всегда здесь можете узнать ответы на вопросы какие-то, да, и задавать всегда вопросы и, естественно, набираться опыта все более и более и более. И это очень важно. И я хочу презентовать график обучений на каталог номер 12. У нас каталог делится 3 недели, каждый день, в принципе, есть какое-то обучение. Но всего это где-то 15 обучений в каталог, то есть 15 часов выделить для своего развития, это немного, да, за 21 день. Поэтому обучайтесь, приходите, смотрите, используйте эту информацию, которую мы даем, ставьте себе в план, пишите обязательно, я уже в блокноте все свои обучения понаписывала, у меня уже план расписан до конца каталога, то есть все обучения у меня прописаны, где, какое, когда, чтобы я не забыла. Если я даже знаю, что будет на этом обучении, у меня не получается прийти, я приглашаю своих партнеров, которые знают, что в той или иной теме еще не сильны и нужно поднатянуть, да, поэтому я приглашаю своих партнеров на данное обучение. И идем дальше, себе скопируйте этот график обучений, и в канале, в Телеграме у нас есть канал, где хранятся все записи обучения, то есть их всегда найти легко, если вы пропустили одну какую-то тему, да. И я хочу презентовать инструменты роста на этот каталог, какими мы будем с вами пользоваться, да. Это у нас есть книга красоты, каталог Outlet, стартовая программа, спонсорская программа «Кофейные каникулы», бизнес-класс. Это уже новое мероприятие, которое будет скоро проводиться в Кременчуге. Это банкет менеджеров в Киеве. И, естественно, у нас новая ухтышка, это бонус лучшему рекрутеру. Итак, сейчас мы их разберем немножечко подробнее, да. Книга красоты, в этом каталоге выходит новая книга красоты, где будет лицом этой книги красоты Игоря Буховский. Новые советы, новые рекомендации от наших специалистов, это все полезно, книга стоит 9 гривен, она влаживается вам в заказ, поэтому не отклоняйте, не отказывайтесь от этой книги, да, то есть классный глянцевый журнал, где очень много полезных рекомендаций, я всегда использую такие журналы, я даю такие журналы своим подружкам, своим клиентам, своим партнерам для того, чтобы человек увидел классную, качественную, профессиональную информацию специалистов, а не просто мою. Поэтому в этом каталоге у нас будет новая книга красоты, рекомендую всем заказать. Каталог 11, очень классный, новый, модный, трендовый каталог. И сегодня в 19:00 мы с вами встретимся для того, каталог 12, да, презентация каталога 12 у нас будет сегодня в 19:00, где мы разберем все то интересное, что есть у нас в каталоге, акции, предложения, классные скидки, и которые можно воспользоваться именно только в этом каталоге. Поэтому запланируйте уже сразу себе в 19:00, до 19:00 прийти уже с ребеночком с прогулочки и посмотреть именно эту презентацию, потому что многим в руки попадает каталог только в середине каталога или в конце каталога, естественно, тогда у вас не получается ни личный товарооборот, никто ничего у вас не заказывает, потому что вы не в курсе того, что есть
нынешний период в этом каталоге. Поэтому сразу нужно разобраться в том, что есть здесь у нас, да. Я уже заказ свой разместила, я вечером покажу, какой заказ и что я заказала для себя. Поэтому ждем вечернюю презентацию. Также у нас действует каталог Outlet. Очень классно, что он действует уже на первой неделе, с 27 августа. Даже если на каталоге написано, что он действует у нас с 3 сентября, то он действует на самом деле с 27 августа, со вчера. Можете пользоваться, тоже классное предложение, которое мы вечером тоже с вами разберем. И идем дальше, не будем на этом останавливаться. Следующее, что у нас есть классное, это наша стартовая программа для новичков, для каждого новичка, который присоединяется в команду. Очень большая выгода, очень классные скидки, очень классные подарки. Какие условия? Если вы новичок, если вы только зарегистрировались, у вас всегда есть 21 день с момента регистрации для того, чтобы разместить заказ на 100 баллов. Когда вы размещаете заказ на 100 баллов, вам компания еще дарит такую возможность купить набор продукции за 100 гривен, стоимость которой 391, да, то есть это за первый шаг. Второй шаг уже тоже 100 баллов, то есть 4 шага по 100 баллов, 4 каталога по 100 баллов, но каждый набор вы покупаете за 100 гривен, но стоимость каждого набора удорожает, да, и то есть уже за четвертый шаг очень круто получить набор, который стоит 2170, а мы его получаем за 100 гривен, да, и получается, что если мы проходим стартовую программу, то есть если вы не прошли первый шаг, вы вылетаете дальше с программы. Если вы проходите всю стартовую программу, я хочу вас, ну, то есть напишите в чате, кто проходил всю стартовую программу. Я хочу все-таки поздравить таких людей, да, потому что эти люди уже научились организовать свой личный товарооборот и получили уже подарки от компании. Естественно, тогда человек уже увидел выгоду. Если даже продать эти туалетные водички, да, там, и сразу уже заработать ребенку на какие-то вкусняшки или на какие-то игрушки, естественно, вы уже в выгоде. То есть вы видите, что со самого старта в компании можно начать зарабатывать. Если вы не проходите эту стартовую программу, вы не знаете, какая выгода, вы не можете почувствовать эту выгоду сразу. Естественно, вы не можете рассказать об этом своим партнерам. И, естественно, вы долго без выгоды, и вы не понимаете, как тут можно заработать сразу со стартов компании. Поэтому я всем рекомендую проходить стартовую программу. Если только зарегистрировались, соберите этот заказ на 100 баллов. Это несложно, мы этому учим, рассказываем. Сегодня вечером тоже покажу, как это сделать легко в этом каталоге. И, естественно, тогда у вас будет больше выгоды, вы будете знать лучший продукт, вы будете уметь пользоваться разными предложениями, потому что, когда вы уже делаете заказы от 100 баллов, тогда у вас есть еще больше выгоды, это 50% скидки и подарки, поэтому, естественно, вам лучше, когда вы уже научились это делать, и если вы это научились делать со стартов компании, поэтому разбирайтесь, смотрите. Также хочу презентовать очень классную акцию, да, у нас компания всегда нас балует, то есть можно получить еще классные туалетные парфюмированные водички за 250 гривен в следующем каталоге, если размещаем заказ на 50 баллов в этом каталоге. То есть разместить заказ на 50 баллов и получить в следующем каталоге возможность приобрести за 250 гривен любую туалетную водичку. Продукт можно купить один раз, указав код в заказе, когда есть 10 баллов. То есть это классное предложение. За 250 гривен водичку мало где можно купить, да, то здесь это все можно, это все реально. Также хочу сказать, что следующей акцией от компании, то есть программой от компании, это есть программа бизнес-класс, где, когда вы уже научились размещать 100 баллов на постоянной основе, у вас всегда есть бесплатная доставка, у вас всегда есть скидка 50% на любимый продукт, у вас всегда есть возможность заказать льготный набор каталогов, то есть это все присутствует у нас, и этим нужно всем пользоваться. Также хочу сказать, что сейчас у нас действует спонсорская программа «Кофейные каникулы», где можно
Естественно, Тань, баллы всегда даются, за все акционные условия даются баллы. Поэтому баллы, если 250 гривен, это будет 25 баллов однозначно за водичку. Точно так же, как по стартовой программе, 24 балла, да, по стартовой программе 100 гривен, 10 баллов компания дает. Так, и идем дальше. Сейчас классная программа, и где можно получить вот такие вот классные набор сумок, туалетные воды. И у нас уже прошел 11 каталог, и в 11 каталоге у нас есть лучшие спонсоры, которые, то есть условия для этой акции. Что нужно сделать, да, в прошлом каталоге нужно было зарегистрировать 2 человека, тогда вы получаете водичку. Если регистрируете 4 человека по 100 баллов, вы получаете и водичку, и сумку, и кошелек. В этом каталоге будет то же самое, за 2 новичка вы получаете водичку, за 4 новичка вы получаете водичку и сумку для ноутбука. Если вы выполняете по 4 новичка каждый каталог, 11 и 12, вы получаете вот такую вот дорожную сумку. Напишите в чате, кто уже наметил сумочку, сумочки себе, напишите в чате. И я хочу поздравить лучших спонсоров каталога 11, которые провели через шаг стартовой программы 2 новичка. Это наш список, но он не весь, потому что в любом случае не все доздавали списочки на эту акцию, да. То есть, но будет больше людей еще, которые дозакроют в следующем, в этом каталоге еще 2 новичка, да, и получают вот такую вот водичку. Это классно, это круто за то, что вы приглашаете в компанию, за то, что вы растете по маркетинг-плану, вам компания еще дарит водичку. И что хочу еще сказать, что первыми лучшими спонсорами каталога 11, которые провели 4 новичка уже в том каталоге, которые сделали 4 новичка по 100 баллов, и эти новички уже получат в этом каталоге и водичку, и сумку, и кошелек. И естественно, есть возможность в 12 каталоге теперь закрыть, найти 4 новичка, и потом будет... И потом будет весь набор, 4 сумки, 2 туалетные воды, это очень, 2 парфюмированные воды, это очень классная возможность. Ну, кто-то ее берет, да, ну, в принципе, вот кто-то ее взял, обсудил, обдумал и получает. Кто-то не обдумал, не успел, да, потому что не вовремя услышал информацию. Те люди, которые, может быть, сейчас не присутствуют, сейчас не услышали эту информацию, а услышат информацию про сумки в конец каталога, конечно, в конец каталога уже не успеют сделать, уже не успеют сделать 4 новичка по 100 баллов, естественно, уже вылетают с этой программы. Поэтому всегда нужно быть в тонусе, всегда нужно знать информацию первым. То есть все, что самое классное появляется, мы в это, на этой планерке мы с вами разбираем. Первая планерка на каталог, это первый понедельник каталога всегда. Поэтому вот такие счастливчики. Класс, я поздравляю. Настя у нас всегда во всем участвует. Супер, молодцы, девчонки. И идем дальше. И следующее, что я хочу отметить, да, кого я хочу отметить, это наших лучших рекрутеров каталога номер 11. В этом каталоге, естественно, мы все постарались, потому что, я вам хочу сказать, потому что у нас еще идет очень классные подарки и очень классная возможность путешествовать. Поэтому все сейчас уже, естественно, стараются еще больше. Я хочу сказать, что сейчас как раз пришел осенний период, то есть еще 4 денька, 3 денька, да, и осенний период, когда все мамочки уже наконец-то вздохнут, кто отдаст ребенка в сад, кто отдаст ребенка в школу, и будут целый день уже иметь для работы здесь. И я хочу, в принципе, отметить, да, наших лучших рекрутеров, которые рекрутируют даже когда дети не в садике, не в школе, да, и такие молодцы, такие результаты делают, да. Самое первое место, это у нас Лена Галянт, молодая мамочка маленького сыночка, который не ходит в садик, да, который постоянно с ней, и она успевает рекрутировать 17 регистраций в каталог. Это она успевает находить 17 новых людей в свою команду. Это очень крутой результат. И
она мамочка в декрете, точно такая же, как и все мы с вами, да, кто мамочки. У нее тоже есть забота покормить, приспать, собрать в садик и так дальше, то есть есть какие-то свои заботы, но она успевает это совмещать, этому нужно научиться, Лена молодец, и Лена получает в подарок бонус денежный 200 гривен. И я думаю, ее сыночек, естественно, скажет спасибочки мама, потому что она, естественно, ему сможет уже на эти 200 гривен что-то купить. При том, что у Лены есть и зарплата, и есть и подарки, и есть и рост, и есть новые движения вперед. Поэтому равняемся. Также у нас, я хочу отметить, Симоницка Мария. Это девушка, которая зарегистрировалась в прошлом каталоге, и за прошлый каталог сделала 15 регистраций, покорила 2 новых уровня, да, это уровень 6%, это уровень 9%. Мария, я еще не знаю тебя лично, но уже наслышана. Я знаю, что Мария тоже получает от спонсора денежный бонус 200 гривен за такой крутой результат в первый каталог своей работы. Эти регистрации были и по списку знакомых, и по холодному контакту, то есть человек может, если хочет, если увидел здесь перспективу, и неважно, сколько он находится здесь каталогов, да, Симоницка Мария находится у нас в команде, один каталог, и у нее вот такой вот шикарный результат. На этот результат однозначно нужно равняться, это бомба результат, потому что, ну, как посмотрите, то есть не все могут делать такие результаты. Поэтому, Мария, я тебя поздравляю. И идем дальше. Тоже у нас есть Лысюк Богдана, которая, в принципе, она в тонусе всегда, да, в прошлом каталоге у нее было 17 регистраций, в этом 14 регистраций, у нее есть маленькая дочка, да, и она все успевает, ну, то есть, потому что у нее есть огромная цель, она хочет достичь успеха, она хочет стать хорошей мамой, да, которая зарабатывает, не только просто пеленки стирает и так дальше, поэтому, Богдана, ты большая умничка, ты везде и наш такой активчик, я тоже тебя поздравляю с таким результатом. Я очень рада, что у тебя получается. Богдана к этому шла, училась, и сейчас она научилась уже так, что показывает каждый результат, каждый каталог классный результат. И, естественно, у нас есть еще Мулько Таня, это тоже активчик. Таней восхищаюсь, тоже 13 регистраций в каталог. С детками Таня всегда дает пример, скидывает свои записи в чат, еще уже и обучает других, как проводить встречи. Это тоже классный результат. Танюш, у тебя тоже все получится. Я желаю новых-новых достижений всем вам, девчонки. И в следующем, помните, если вы этот результат сделали в этом каталоге, в следующем каталоге вы можете проделать ту же самую работу, что сделали в этом каталоге, но если еще чуть-чуть поднажать, можете добавить регистраций, можете добавить результатов, можете добавить новых людей, и, естественно, это приведет к лучшему результату. Но всех остальных поздравляю, 9 регистраций, 8, 7, 6, это тоже круто, и 3 регистрации, это очень хорошо, и в основном у нас тут есть мамочки в декрете, которые с 2 детками, может кто-то с 3, но кто-то регистрирует, и успеваем, да, и поэтому это очень классные результаты, я всех поздравляю, и на следующий каталог у нас точно такой же бонус для наших лучших рекрутеров, поэтому стремитесь, можно это сделать, это показывают разные люди каждый раз, поэтому делаем самое большое количество регистраций за период действия каталога 12, и вы получите бонус от спонсора 200 гривен на развитие своего бизнеса или для своих деточек, да. И хочу презентовать следующее, что у нас будет с вами, это мероприятие, которое будет в Кременчуге 14 октября. Я хочу делать особенный промоушен, потому что на такие мероприятия мы всегда приезжаем. Мы можем приезжать на такие мероприятия с семьями. Мы знакомимся, обмениваемся опытом, гуляем, отдыхаем, получаем новые эмоции, слушаем успешных лидеров других. И это уже не первый наш опыт, да? У нас уже такое мероприятие было, и в этом году оно будет 14 октября. У нас есть домик, где мы будем, да, жить, то есть у нас есть
ну, то есть классный домик, где есть и сауна, и баня, и бильярд, и площадка, где мы играем разные игры, где мы можем поговорить с друг другом, где мы можем обменяться какими-то опытами, где мы можем пожарить шашлыки, отдохнуть. Это в домике, да, то есть, ну, так как будут многие не из города, поэтому мы снимаем домик для того, чтобы там, ну, погулять, да, и в 4, то есть это будет 14-15 октября, и 14 октября это будет крутое мероприятие. Я сегодня разговаривала с АСМ нашей, да, это Люба Ступак, завтра мы уже собираемся в Кременчуге для организации этого мероприятия, и обещают нам, что приедет и Виктор Афонин в Кременчуг к нам, и Наталья Островская, и АСМы, и новые звания, и новые достижения, то есть это будет просто мега шикарное, крутое мероприятие, и будет классно, потому что если это мероприятие, банкеты Киев-Одесса, там дорого, да, ну там стоят билеты по 750 гривен, да, то здесь у нас мероприятие стоит в районе там 40 гривен, и, ну, то есть очень круто, ну и, естественно, мы находим возможность удешевить наш отдых, да, за счет того, что нас огромная компания, и, естественно, мы можем, ну, это сэкономить, ну, максимально, поэтому запланируем. Планируйте себе, кто недалеко от Кременчуга или кто может приехать, подумайте, как вы можете приехать, да, то есть мы будем организовывать, и, естественно, это будет очень крутое мероприятие. Хочу сказать, это будет еще крутое мероприятие тем, что новым партнерам, которых будут поздравлять с уровнем 15 и выше на сцене в Кременчуге, на квартальном форуме, это подарок. Это подарок, вот такая вот классная футболка, у меня такая есть, здесь у меня мое звание, да, уже то, которое было у меня, то мы просто будем делать в подарок футболки, где просто будет команда «Приоритет» без звания. Дальше вы звание можете само себе дописать. Поэтому делайте звание 15% и выше с отрывом от нижестоящего, и вы получите еще от спонсора вот такие вот классные футболки. Да, на передней стороне это «Приоритет», на задней стороне это «Касатка», то есть это наша команда. И потом, естественно, мы сможем в таких классных футболочках сфотографироваться и сделать командные суперские фотки. Поэтому это то, что у нас по Кременчугу, и идем дальше. Следующее, что у нас будет, это банкет менеджеров в Киеве в декабре. Мы уже не раз о нем говорили, и напоминаю опять, что у вас до 15 каталога есть еще возможность повысить свои менеджеровские уровни. Это на одну ступенечку вы повышаете, получаете 30% скидки на билет, на две ступеньки вы получаете 50% скидки на билет, на три ступеньки получаете 80% скидки на билет, и за звание старшего менеджера вы получаете билет в подарок. Если у вас открыта квалификация с уровня старший директор и выше, билет в подарок. И я хочу сказать, что это будет всеукраинский банкет. Очень круто, что это будет для всей Украины. Если раньше эти банкеты были для центрального, восточного, западного отдельно, то сейчас мы еще встретимся все вместе именно на банкете в Киеве. Но для этого нужно поработать. Сейчас у нас идет 12 каталог, 12, 13, 14, 15, еще времени, ого-го, можно всем сделать еще звание старший менеджер и выше, получить билет в подарок. Поэтому я поздравляю всех, кто уже получили скидки. Вот уже есть девчонки, которые получили 30% скидки. Я всех поздравляю, еще есть время получить билет в подарок. Поэтому там очень крутой заряд энергии, команда, лидеры успешные, компания, масштабы, банкет, еда, танцы, дискотека, отдых. Ну, это все то, ну, что заслуживают партнеры компании Oriflame. Но еще помимо наших маленьких мероприятий, у нас есть классные
дорогие мероприятия, это поездки для менеджеров на конференции. Мы уже были Египет, мы уже были Анталия, скоро у нас здесь появится фотка Болгария, и следующий, то есть Болгария уже будет у нас со 2 по 5 октября, и уже у нас новая квалификация на Хорватию, то есть мы это уже проходили, и сейчас мы уже стартанули на Хорватию. И я хочу показать этот список людей. У меня мурашки по коже, потому что это уже 60, больше чем 64 человека. И я хочу сказать, что до 14 каталога этот список может или пополниться, или уменьшиться. Это зависит уже от каждого из нас. Я хочу вам сказать, путешествие от компании – это супер-мега круто, но компания не будет возить бесплатно просто за то, что мы смотрим, наблюдаем, ничего не делаем. Компания будет возить вас бесплатно отдыхать за действия, действия, которые вам предлагаются компании. Если вы эти действия не делаете, тогда вы не отдыхаете. Но эти действия могут делать многие люди. Я хочу сказать, что на первой конференции от компании в Египте было 500 людей с Украины. И это те люди, которые просто пришли, увидели и начали делать, начали приглашать, начали рассказывать и побывали впервые в Египте, впервые за границей, впервые на Красном море. Точно так же эта конференция, которая сейчас у нас стартует на Хорватию, будет для кого-то именно той отправной точкой, именно той отправной точкой, которая поможет вам дальше изменить вашу жизнь. Если вы побудете в Хорватии, вы увидите, что ну, немножечко за границей другая жизнь. Если вы еще никогда не были за границей, вы многого не видели, и ну, у вас еще нету той картинки жизни, которая она должна быть. Да? Я уже побывала 3 раза, осенью еще 3 новые страны. Это все благодаря этой компании. И за те действия, которые я делаю. Я делаю каждый день, я ищу возможности, ищу методы, ищу варианты. У меня тоже есть ребенок, у меня тоже есть семья. Ребенок сейчас в соседней комнате. Я научилась работать вместе с ним. И я научилась работать вместе с ним и на офисе, и дома, и ходить в школу, и ходить в сад. Сейчас пойдем в школу. То есть это все возможно, но у меня свободный график. Я работаю дома, я работаю с ребенком, с семьей. И я еще и путешествую. То есть это возможно любому человеку, любому, просто если вы хотите. Если вы еще не хотите, или вы ленивы, или у вас не хватает времени, поверьте, времени у всех одинаково, у всех 24 часа в сутки, но кто-то находит время для работы, кто-то не находит, это ваша уже выбор, это ваш выбор, ваш приоритет. Но я хочу вам сказать, когда вы побываете в другой стране, у вас жизнь изменится. После моей первой поездки в Египте я поняла, что я могу жить по-другому, и я хочу, чтобы я отдыхала вместе со своей семьей не на пляжах Украины, да, на Азове и так дальше, или на речке в селе, а я хочу отдыхать как нормальные белые люди, и я буду это делать, и я буду это делать еще и бесплатно. Поэтому для от меня вам такое, ну, я не знаю, может быть пендель, может быть такая мотивашка, да, подумайте, сейчас, в принципе, эти три каталога очень простые, пока есть действия, да, то есть какие, это каждый каталог приводить 2 человека, которые проходят по первому шагу старта программы. Это 2 по 100 баллов, да? То есть это проще простого, это легко. И это уже показали нам 64 человека. Кто-то уже закрыл 2 новичка, кто-то еще думает их закрывать. Но я поздравляю тех, кто уже закрыл и кто сейчас будет искать уже новичков на этот каталог. Потому что многие люди есть с прошлого каталога, которые только зарегистрировали 2 новичка и только будут думать, как закрыть эти 2 новичка в этом каталоге. Лучше сделать то, что можно сделать сейчас, не откладывая на потом. И дальше начнется квалификация с 14 каталога. Квалификация вырастет.
вырасти. И я вам хочу сказать, если вы сейчас поставите себе планы, цели быть там, тогда вы будете в апреле уже частным предпринимателем однозначно. Если вы сейчас дадите себе слабинку, разленитесь, будете отдыхать еще дальше, да, будете, у вас не будет возможности рекрутировать, ну то есть вы не будете находить себе возможности, тогда вы еще не будете в апреле частным предпринимателем. 100% те люди, которые в марте закончится квалификация, у вас уже будут классные уровни, и вы будете уже частным предпринимателем в апреле, а в мае вы уже будете, когда люди будут здесь сажать картошку, вы в мае будете уже в Хорватии на Лазурном берегу. Я как смотрю на этот берег, аж мурашки, аж пронизывают полностью. Но это круто. Кто не был, поверьте, что там реально очень классно. И то, что вы сейчас еще даете себе возможность расслабиться, ребята, следующая конференция запустится в следующем сентябре. В следующем сентябре, представьте, через год вы сможете стартовать на новую. Но сейчас вы есть в этом списке. Сейчас вы есть в этом списке. Шаг влево, шаг вправо, да? И вы вылетаете с квалификации. И вы вылетаете. И ждете еще год. А те, кто сделают это, в мае уже будут отдыхать. И с новыми фотографиями, с новыми эмоциями, с новыми результатами в мае к ним будут приходить еще больше людей в команду. А вы будете ждать до следующей квалификации. Поэтому я рекомендую, не откладывайте. Вот эти 64 человека я хочу, чтобы дошли полностью до конца. Это возможно. Самое главное, что у нас быстро растущая команда, что у нас есть обучение, что у нас есть вся информация, которая нужна, что у нас есть помощь в любом городе, да, то есть мы всегда ездим на все мероприятия, у нас есть помощь астма, у нас есть, в разных городах мы на мероприятия ездим, у нас есть обучение, это все у нас есть, и если вы будете этим всем вот обладать нормально, да, ну, то есть уметь этим всем разбираться, тогда мы будем все в Хорватии. Если не хотите, это ваш выбор, вы можете поехать туда за свои деньги. Я не думаю, что это каждому сейчас по карману, поэтому вам решать, будете вы там или нет. И я хочу сейчас подвести итоги, как мы отработали прошлый каталог. И я хочу сказать, что в каталоге номер, то есть наша задача для компании организовывать товарооборот. Эти цифры я буду показывать каждый раз, каждый каталог, потому что многие думают, что Oriflame не пользуется успехом и его никто не берет. Вот, пожалуйста, посмотрите, за каталог номер 11 за 3 недели наша компания, команда для компании организовала товарооборот в 37 тысяч баллов. Это 330 567 гривен. Наша команда, вот, нас 80 человек здесь, да, которые организовали вот такой вот товарооборот для компании. И по сравнению с... То было в 10-м. Это было в 10-м. По сравнению с 10-м каталогом, мы растем. И в 11-м уже у нас больше товарооборот, потому что у нас растет команда. И я хочу показать, что еще растет у нас. У нас растет доход нашей команды. И компания в каталоге номер 11 выплатила нашей команде зарплату на сумму 54 656 гривен. А в каталоге номер 10 здесь ошибка, да, 48 тысяч гривен зарплаты. То есть мы зарабатываем здесь вот такие деньги. И я хочу показать вот список участников, которые получают уже зарплату от компании. Я поздравляю десятку лучших. Это действительно лучшие. Это те, кто все-таки отдают ответственность за свой труд здесь. Кто-то движется очень быстрыми шажками вперед. Это очень хорошо. Но те, кто еще не в десятке, я все-таки рекомендую начать активнее. Начать делать те действия, которые нужно вам делать на ваших функциональных уровнях, да, то есть и делать те действия, которые нужно, да. И я хочу сказать тем людям, которые впервые в этом списке, что вы можете быть в этом списке на
первом месте. Это классная возможность зарабатывать здесь больше, чем спонсоры, больше, чем все спонсоры вместе взятые, да, и больше, чем другие окружающие, которые работают на основной работе. Поэтому я все-таки рекомендую разбираться в том, что мы здесь делаем, как мы здесь делаем, зачем мы это делаем, с какими качествами, навыками мы это делаем, и начать это делать. А что нужно делать? Вот всего лишь три простых действия, да. Это первое, это пользоваться продуктом, организовывать свой личный товарооборот, приглашать других людей в команду и посещать обучение. Делать это каждый день в системе, минимум 3 часа в день. И тогда у вас будут результаты, тогда вы будете в списке партнеров по получению зарплаты. Это стопроцентно. Я всем рекомендую разобраться. Да, каждое это действие несет за собой какие-то другие действия, да, но проще простого. И я хочу просто сказать и рассказать немножечко, каким должен быть партнер, да, чтобы тут получалось, потому что многое зависит от вас. То есть действия все делают одни и те же, да, какие-то там, да. Действия делают одни и те же все. Кто-то их делает хорошо, кто-то их делает плохо, кто-то их не делает вообще. Но я хочу вам вот, ну, самых таких 11 критериев ключевого БП назвать, да, ключевого бизнес-партнера, что вам поможет достигнуть здесь успеха. И поставьте сейчас себе на листочке плюсики, да, вот смотрите, на первый вопрос. То есть вы желаете как минимум стать директором компании, плюс или минус? То есть поставьте себе сейчас ответы на вот эти вот действия, да? Плюс или минус? Себе ставьте, себе там просто проставьте. Второе. Выделяете ли вы для работы 3-4 часа ежедневно? Плюс или минус? Делаете ЛТО от 150 баллов? Плюс или минус? Рекрутируете ли каждый день? Плюс или минус? Ну, бывает, может быть, не каждый день, да? Ну, может, раз в месяц рекрутируете. Это не считается, это не ключевой бизнес-партнер. Это не партнер компании. Нужно рекрутировать каждый день, да? Обучаетесь ли вы каждый день? Вы можете обучаться по вебинарам, вы можете обучаться по книгам, по аудиозаписям, вы можете просто где-то быть на тренингах, на каких-то коуч-сессиях и так дальше. Но для того, чтобы здесь преуспеть, чтобы вести за собой команду, чтобы быть лидером, директором своей организации, нужно обучаться. Вы пришли, человек с нуля, без организаторских способностей, без организаторских способностей, и вам нужно научиться, как работать, как быть тут лидером, директором организации. Это не просто так. Компания Oriflame не будет вам платить за то, что вы просто такой вот классный, пришел, я зарегистрировался, сделал заказ одно мыло, где моя зарплата? Извините, этого не будет. Зарплата 5-7 тысяч платится за действия. Если вы не знаете, что делать, тогда вам нужно начать обучаться. Следующий критерий ключевого бизнес-партнера, да, приглашает от 5 человек в команду каждый каталог. Напишите в чате, кто приглашает от 5 человек каждый каталог. Очень мало еще людей, то есть вы еще не настоящие бизнес-партнеры, вам нужно еще научиться. То есть, если у вас хромает этот пункт, у вас минус, вам нужно сделать его плюс. Планируете ли вы день свой? Минус или плюс? Есть ли у вас ежедневник? Минус или плюс? Имеете ли вы записанные 100 желаний, которые хотите получить благодаря сотрудничеству с компанией? Плюсик или минус у вас? Участвуете ли вы в обучениях спонсора, планерки, вебинары? Плюс или минус? Участвуете ли вы в мероприятиях от компании, тренинги, форумы, банкеты? Плюс или минус? Ну и охарактеризуйте себя, да, ответственный, пунктуальный, целеустремленный, плюс или минус. А теперь напишите со своего списка, сколько у вас плюсов, а сколько минусов. Вот напишите там 3 плюса, 8 минусов. Или 8 плюсов, 2 минуса. Напишите, у кого какие получились, у кого какая вот цифра получилась. Сколько у вас плюсов, а сколько минусов.
один плюс и 10 минус. Ира, понимаешь, что директором, чтобы стать директором, нужно превратить эти все минуса в плюсы. Согласна? Вот, Марьяна пишет, 6 плюсов и 5 минусов, то есть еще 5 минусов нужно превратить в плюсы. Юля пишет, 7 плюсов, 4 минуса. Юля очень стремительный новый менеджер, будем тебя поздравлять в среду. Минуса нужно скоро и стремительно, быстренько переделывать в плюса. Оля Шабелян пишет, 6 плюсов, 5 минусов. Ира Ференц пишет, 9 плюсов, 2 минуса. Ну, это уже хорошо. Ира тоже классный результат по рекрутированию. Молодец. Квас Люда, 6 плюсов, 5 минусов. Плюсы, минуса свои начинайте. То есть у вас, вот сейчас у вас появилась картинка, над чем вам нужно еще работать. Над вашими минусами. Понимаете? Вам нужно сейчас работать над вашими минусами. Вика Шиндер, один минус. Напиши, в чем минус, и давай начнем над ним работать. Люда Слободян, 4 минуса. Работаем над минусами. Саша Мороз, 11 плюсов. Это уже директор. Саш, это уже должен быть директор. Поэтому давай уже покажи, на что ты способен. Потому что сейчас ты еще не в списке директоров. Поэтому нужно, значит, еще усерднее. Так, идем дальше. Ну и все понаписывали свои плюса, свои минуса. Вот у Вики 10-й пункт. Да. Ну, это тоже очень много значит. Многое значит, это тоже нужно наверстывать. Но банкет скоро будет в Киеве, можешь приезжать к нам в Кременчуг, мы тебя приглашаем. Алексей Трепачев, 10 плюсов. Так, 4 минуса, так, 10 плюсов, а пунктов то 11. Леша, так а какой минус? Знаю, работаем, но может какой-то плюс не на 100%, да. То есть вам нужно дорабатывать. То есть директором можно стать с такими вот критериями, да. С уровня директора у вас новые критерии появляются, поэтому, ну, то есть будем над ними работать дальше. Но до уровня директора вам достаточно будет этих критериев, превратите их все в плюсы и будете директорами. Так, идем дальше. И для новых людей я хочу сейчас просто для уровня 6-9% показать, что вы должны уметь уже на своих уровнях, для того, чтобы начать продвигаться дальше. Про менеджеров мы говорим уже с менеджерами отдельно или на менеджеровских планерках, но для уровня 6%, да, то есть что вам нужно уже уметь? Организовывать личный товарооборот 100 баллов минимум, да, иметь странички для работы, иметь минимум 2 регистрации в каталог, рекрутировать в системе, обучение в системе, прочитать книжку «Мастер работы с возражениями» и «Бизнес-трафарет» – это обязательно, знание маркетинг-плана, список знакомых от 50 людей отработать, построение одной ветки – это в любом случае совместно со спонсором, никакой второй ветки нету, и быть активной в чате Telegram и Viber, и приветствовать в чате новых людей, даже если они не ваши новички. То есть, вот смотрите, то есть это основные наши критерии. Но дальше мы начинаем более подробно разбирать критерии каждого, да, партнера. То есть, вот, например, быть активным в чате Telegram и Viber, я думаю, многие напишут минус, потому что многие не активны. Ну, то есть, а нужно начать активность проявлять сейчас уже, когда вы на уровне 6%, чтобы вас заметил спонсор, чтобы вас заметил новичок, который вместе с вами пришел, да. То есть, вот здесь точно так же проставьте себе плюсики-минусики, да. То есть, вот здесь сейчас, кто на уровне 6%, возьмите и проставьте себе плюс или минус.
напротив этих действий, что делаете, что не делаете, а нужно делать все в системе. Тогда у вас обязательно будет получаться двигаться дальше. Если вы застряли на уровне 6%, проанализируйте, что вы не делаете. Оказывается, обучение не в системе, рекрутинг не в системе, не приветствую в чате людей, там, не знаю маркетинг, вообще не знаю, да? Поэтому это все нужно вам уже начинать разбираться в этом. Идем дальше. И обязанности ключевого бизнес-партнера на уровне 9%. В любом случае, это уже близится уровень к менеджеру, да, поэтому нужно здесь уже уметь делать личный товарооборот от 150 баллов. Уже должно быть для рекрутинга почва создана, да, это Instagram, Facebook, Контакт. Это уже вы должны быть в команде у своего спонсора, да, то есть у вас есть планерки какие-то, вы уже выступаете или про любимый продукт, или историю успеха на планерках у менеджера, это все должно присутствовать, вам нужно уже учиться ораторскому какому-то искусству, и чем раньше вы начнете этому учиться, с уровня 9%, а не с 21%, тогда, естественно, у вас будут дела идти быстрее. Когда у вас уже будет 5 регистраций минимум в каталог, тогда вы можете начать строить уже вторую ветку. Обязательно поздравляйте своих партнеров, ваши они или спонсора, но они у вас в команде с уровнями 6% и 9%. Да, вы можете фотографии в чат кидать, вы можете словами какими-то поздравлять, да, потому что человеку новенькому ему приятно, да, и он у вас в команде, он пришел к вам, а вы его даже не поздравили. Но он видит в чате, поздравляют, ух ты, там сколько новых людей, у меня тоже уровень, а меня никто не поздравил. Почему меня не поздравили, да? Ну, я же сам себя не могу поздравить, поэтому тот человек, который пригласил вас, должен вас поздравить, да? Если этот человек, ну, еще не взял на себя такую обязанность, да, у него уже есть 6%-ники в команде, но он ждет, что кто-то их поздравит, а никто не знает, что у вас в команде появились ваши 6%-ники. Поэтому за своих людей берите ответственность на себя. Проводите 5 регистраций в каталог минимум, да, умение проводить первую встречу, есть примеры у каждого спонсора, шаблоны, видео, записи, куча всего, спонсор вам помогал проводить, это все, сделала слайд назад. Так, и идем дальше. Скрины и фото своих заказов в чат. Вот вы пришли в команду и пригласили уже там 10 человек своих. И вы сделали заказ, поделитесь со своими. То, что я делюсь своими заказами, что я заказала, да, конечно, я здесь директор, я зарабатываю, менеджера зарабатывают, они уже знают, что такое wellness, они уже знают, что такое novage, они делятся. Но ваш человек, вот если вы, я обращаюсь к 9%-никам, если вы сейчас на 9%, и у вас есть люди, которых вы пригласили в компанию, и они знают, что вы их спонсор, да, поделитесь тем заказом, который сделали вы. Скиньте фотку, скиньте, что понравилось, какой-то отзыв. Это тоже очень классно, когда люди слышат эту информацию. То есть, ну вы же что-то заказываете, вам же что-то нравится. Поделитесь классными впечатлениями про тот продукт, который вам полюбился. И идем дальше. И, естественно, это активные ответы, вопросы в чате, активность, поддержка друг друга. Ну, то есть мы команда, мы одна целая команда. И есть и люди, которые просто молчат, да. Если у вас есть какая-то проблема, пишите, и вы видите, что ну, тут всегда есть вопросы, ответы, какие-то видео, помощи, подсказки, то есть это все есть. И именно на это общение приходят к нам люди, вы понимаете, потому что многие люди сейчас не хватает этого общения. У нас это оно есть, и мы веселые, добрые, отзывчивые, позитивные. Естественно, хочется с нами общаться и хочется приходить к нам в команду все дальше и дальше. Поэтому общайтесь в чатах. И если вы будете молчать, значит человек, которого вы пригласили, он тоже будет молчать, потому что только что мой спонсор не пишет ничего, я боюсь вообще там что-то писать. Ну, мы что, все нормальные. И я знаю, что каждый человек, ну, все-таки сможет этого достичь, потому что очень много людей этого достигают. Это не один человек с Украины, это не один человек с города, много людей. И этими людьми можете быть вы. Ну просто примите для себя это решение, или вы хотите остаться там, где вы сейчас, или вы хотите идти к чему-то новому. Если вас что-то не устраивает, нужно срочно что-то менять, нужно срочно по-другому расставить приоритеты, нужно убрать какие-то свои
старые дела и начать делать новое. Пока вы делаете старое, новое к вам не придет. Пока вы не распрощаетесь со старым, новое к вам не придет. Пока вы не переступите тот вот этот трудный порог, который нужно все-таки взять и переступить. И тогда к вам пойдут уже новые результаты. Поэтому я знаю, что все получится. Действуйте. И сейчас мы с вами, естественно, как всегда, у нас есть такой вот онлайн-розыгрыш, каждую планерочку, да, и сейчас мы разыграем с вами вот такие вот классные денежные призы. И для тех людей, которые присутствовали на планерке, вы молодцы, что вы пришли, что вы слушаете, что вы сделали этот приоритет, что вы выбрали, да, ну, то есть этот бизнес, и вы сможете изменить тут жизнь. Ну и изначально я уже говорю всегда, что для каждого партнера здесь есть своя выгода. И кто-то сейчас получит свою выгоду на этих розыгрышах. У нас сегодня будут разыгрываться такие суммы, да, как 150, 200, 250 гривен и женские витамины Wellness. И первая у нас номинация, это номинация для тех людей, которые разместили заказ от 50 до 99 баллов. Это люди... их 58, и вот сейчас мы разыграем. 58 человек, разыгрываем 150 гривен. Вот такой у нас лототрон, и начинаем розыгрыш. И первый у нас участник 43. 43, Каратаева Елена, есть у нас? Каратаева Лена есть. Каратаева Лена, поздравляем. Поздравляем. Номер консультанта пиши. И идем дальше с первого раза. И идем дальше. Идем дальше. Следующая у нас номинация, это те люди, которые разместили от 100 баллов до 149, таких людей у нас 83, и мы будем разыгрывать между ними сумму в 200 гривен. И идем, разыгрываем. 25, Новгородцева Анна. Новгородцева Анна есть у нас? Новгородцева Анна. Номер 77. 77, Калиниченко Ирина. Калиниченко Ирина. Есть? Калиниченко Ира есть, да? Тогда я не буду переигрывать. Калиниченко Ира есть? Очень хорошо. Да. О, это новичок, наверное, да, Ира? Поздравляю. Поздравляю. Напиши свой номер консультанта. Люда, расскажешь, как получить эти деньги. Будут на номере консультанта. Так, и напишите номер консультанта. И идем дальше. Тогда следующая у нас номинация. Это 73 человека, где люди, которые разместили от 150 баллов и более. 73 человека, будем разыгрывать 250 гривен. Казачок Юля есть? Юля есть у нас? Юля есть. Ой, у нас сегодня очень быстро все получилось. Казачок Юля, вижу. Есть. Быстро сегодня получилось розыгрыш сделать, да? Все присутствуют. Очень приятно, что многие все-таки приходят, информацию услышали, еще бонус получили. Юлечка, тоже напиши свой номер консультанта. Поздравляю, Юля неоднократно выигрывала уже здесь подарки. Очень, очень классно, Юля. Поэтому, я думаю,
ты в этом уже уверена на 100%, обязательно можешь приглашать тоже своих партнеров, и то есть ты уже эту информацию проверила на 100%. И идем дальше, следующая у нас номинация, это номинация «Потребители wellness», и здесь у нас 38 участников, это те люди, которые разместили заказ от 50 баллов на серию wellness. Юля, пиши тоже номер консультанта, и Калиниченко Ирин, номер консультанта напишите сейчас. Так. И Юля, тоже напиши свой номер консультанта. И сейчас разыграем витамины женские, 38 участников. И разыгрываем. Так, и разыгрываем номер 32. Крыцу Елена, есть у нас? Напишите, есть у нас Крыцу Елена, нет? Нету. Значит, переигрываем дальше. Идем дальше. Есть. Есть, я видела Лену, да, я видела в чате, да. Да, 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 все. И Лена тоже побеждает уже. Мне адрес... адрес домашний адрес напиши спонсорам, спонсора перекинут мне, и на Укрпочту получишь витамины для женщин. Это очень классный подарок за то, что вы пользуетесь этой продукцией, еще такие вот розыгрыши можно поучаствовать. И идем дальше. Поздравляю. И идем дальше. Идем дальше. Следующий у нас будет розыгрыш. 18 сентября в 13:00 для тех людей, которые для тех людей, которые размещают заказы в каталоге номер 12 на 50 баллов и более, и придут на онлайн-розыгрыш. Это будет 100 гривен, 150, 200 гривен и батончики wellness. Поэтому приходите, размещайте заказы, приходите, узнавайте информацию, участвуйте в розыгрыш, и я думаю, получите для себя такие подарочки. И что я хочу сказать? Все, напишите в чате, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы. Если нет вопросов, тогда будем заканчивать. И я просто хочу вам рекомендовать, почему есть результаты у тех людей, которые уже директора, да, потому что они лично показывали пример. И я рекомендую всем, показывайте личный пример. Будьте хорошим спонсором для своих людей. Запомните, если спонсор летит, команда бежит. Если спонсор бежит, команда идет. Если спонсор идет, команда стоит. Если спонсор стоит, команда лежит. Если спонсор лежит, отдыхает, да, да, вот кто-то ко мне придет. Нет, ваша команда будет спать. И если спонсор спит, команды нет. Поэтому подумайте сами, как вы хотите двигаться, как вы хотите, чтобы двигалась ваша команда, и запускайте вашу команду. Запускайте. Омега по подписке не входит в розыгрыш. Омега меньше баллов. Ира, там в розыгрыш входит от 50 баллов. Wellness от 50 баллов. Поэтому давайте все-таки настроимся, да, все-таки возьмем старт, ну и все-таки взлетим и будем самой лучшей командой, которая все-таки всегда во всем участвует, всегда все получает, всегда везде путешествует, всегда везде ездит. Естественно, выгода будет ваша однозначно. И будьте попроще, да, люди к вам потянутся, будьте добрее, люди к вам потянутся. И любите людей, да, которых приглашаете в команду. И, естественно, тогда будет у вас хорошая, крепкая, надежная команда и ваш бизнес. И если одни люди смогли,
вы сможете однозначно. Я в этом уверена. И я верю в вас даже больше, чем, может быть, сами вы в себя верите. Но я рекомендую, поверьте и начинайте действовать прямо сейчас. Помните, что квалификация на Хорватию идет сейчас. Откладывать некуда. Поэтому всем удачи, всем успеха, всех обнимаю, целую. И вечером жду на презентации каталога номер 12. Если будем знать хорошо каталог, естественно, к новым результатам мы придем. И всем до вечера. Пока-пока.